Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Невероятные события и задания дня у нас. Давай-ка посмотрим. Колода капитана Огонька, повторяя за мной, набита сильными бонусными атаками. Воспользуйтесь колодой «Танцевальный автомат», чтобы уничтожить противника с помощью бонусного зомби с ведром. Ну давай посмотрим, а за кого я буду играть? За капитана Огонька или... за зомби? Все-таки за замеха, да? Что-то какой-то тут набор, ладно. Попробуем. Пока ничего не буду я ставить здесь. Опа. Начинается, он же, по-моему, нет, он не прокачивается, да? Он не прокачивается. Забирай свои слова обратно, он прокачивается, ребят. Что я могу сделать? Давай, наверное, сделаем вот так вот. И вот так. Да ладно. И что творит? Ладно. Сейчас мы что-нибудь эдакое придумаем. Ну, прокачивается, понятное дело. Давай-ка так вот поставлю. Посмотрим. Угу. Да, ребята, прокачал он этого хламона своего, прикинь. Так, ладно. Давай сделаем туда следующее. Вот так вот. И вот так. Бонус на атаку, но у нас сейчас сработает защита. Давай, наверное, бомбанем. Да? Слушай, я, наверное, это оставлю. Поехали. У него тоже защита срабатывает, он усиляет наверняка. А, вот как он делает. Угу. Ну, давай я так вот сделаю. Посмотрим. Угу. Ну, я даже не знаю, друзья. А что я тут могу сделать? А ничего. Так, три. Три единицы урона. Ну что, я, наверное... Блин, я боюсь, что у него есть какая-нибудь бонусная атака. Что он делает? При разыгрывании карты танцующего зомби инвента получает 2 единицы танцевальной эволюции, получает плюс 2, плюс 2 способностью мишень. Если я поставлю вот так, к примеру, да? И вот так. Проверим. Да ну. А все, тогда крышка тебе, парень. Да, ну это он, конечно, прокачал хорошо, ребята, да? Но в любом случае мы бы выиграли, даже если бы мой вот этот зомби был бы прикрыт. Так, что у нас там за задание? Нанесите 20 единиц урона героям зубостизилой. Выиграйте, так, многопользовательскую игру. Выиграйте игру с зверским зомби-героем. Зверским зомби-героем. То есть это нам нужно играть. Кто у нас зверский зомби-герой? Мне кажется, что разгром будет как раз и подходить к этому, да? К зверскому. Там еще что-то можно изменить. Вопрос, что это вообще за... Что это такое? Тут очень много... Вообще ненужного нам, если честно. Очень много. Зачем это все? Так, йети. Вот это, например. Странная, если честно, колода. Как вот по мне. Очень странная.
Это даже не спортивно. Я не пойму даже, что за колод-то. То ли спортивная, то ли не спортивная. Блин, подожди, подожди, подожди. Изменить. Очень интересно. Ладно, давай сделаем вот так вот. Почему-то этот один, этих четверо. Вот этот вот зачем тут мне нужен? Вот этот тоже я как бы... Очень много воды. Так, вот этого добавим. И, наверное... Вот так сделать. Ну, как вариант. Я не знаю, может быть, взять баллончик с краской еще один, дополнительный. Взять вот этого. Желательно двух, а может быть, даже и трех. Вот это вот пугало нам не нужно, я думаю, так. Валуны-то есть хоть? Есть один, почему-то только один валун. Вот этого добавить бы еще не помешало бы, если честно. Ландшафты какие-то, не знаю, нелепые, мне кажется. Ой, так, один, это четыре. Зачем мне вот этих вот, если у меня очень мало спортивных зомби? Да и вот этот, я думаю, здесь как бы не особо нам нужен. Ну, давай вот так вот попробуем. Я не знаю, ребят. Нам нужно выиграть, фиг знает. Что это за... Какая-то колода непонятная вообще, если честно. Разгром лучше всего играть на гаргантюахах или на спортивной колоде. У меня, черт пойми что, какая-то солянка. Против нас еще поставили розу, ко всему прочему, а? Ну, ладно, давай смотреть. Я не знаю, на чем роза здесь будет играть. Ну, явно на чем-то плохом. Угу. Пока я ничего не буду здесь делать. Вирус. Ну, я даже не знаю. Давай, наверное... Да, подождем пока. Ага. Поехали. Пускай атакуют. Пока. Пропускаем. Я так вот сделаю. Угу. Опа, ну нормально. В козла превращает, да? Окей. Ну, главное, тратит. Тратит свою энергию, ребята. Это круто. Погнали. Теперь что делаем? Теперь выставляем вот этого вот. Ага, на хилах. Понял, понял. Поехали. А давай вот так вот сделаем, а? Он уничтожает. Мы тоже уберем отсюда, да? Пакость эту.
Так, поехали. Арбузик, окей. Поехали. Так. Ну, поехали, сделаем так. Так. И вот так. Опачки. Видишь, кто у него там есть? Алуюшка. Кого-то сейчас превратит во что-то в другое, да? Вот этого. В уточку. Так, друзья мои, ну что? Осталось дело за малым. Давай смотреть. Да, ты серьезно? Ну тебе же 2 единицы урона, парень. Ай, как хорошо все-таки, да, ребят? Роза, на куче навоза. Ну что, я так понимаю, это был зверский у нас зомби. Проверим. О да, о да. Сразу же 2 выпустили с тобой. Точнее, не выпустили, а завершили 2 задания. Так, и нанести 20 единиц урона зубастизилай. Я тебе признаюсь честно, я не то, что даже не умею, я не очень люблю эту зубастизилу. Потому что, ну, как-то, я не знаю, некоторые играют за нее вообще топово. Просто топово. Я вот, что у меня, на хилах? У меня, в принципе, колода как бы идет здесь под нее на хилах. Ну, как-то очень странно. Недохил получается какой-то. Ну, можно, наверное, попробовать. Давай рискнем, как это будет выглядеть примерно. 1, 2, 3. Что тут можно нам убрать? Ну, например, вот это уберем. Вот это вот уберем. Кабачок, наверное. Ну, тоже можно убрать, в принципе. Так, газонкосилку это все оставляем. Тут у нас перец есть, ландшафты. Обязательно, ребята, 4 ландшафта должно быть. Увеличение, но вот это вот не надо. Вот это я тоже не понимаю, зачем мне. Так, блин, вот это зачем? Не пойму никак. Авокадо тоже тут как-то ни к селу, ни к городу. Прочерк пригодится. Блин, и чё? Так, вот эти вот обязательно нужно взять. Колотушка тут у нас. Колотушку, я не знаю, стоит ли оставлять. А это-то зачем? Это здесь не должно быть. Ага. 2 помидорки. Этот все равно бы пригодился. Наверное, нам придется что-то убрать. Клевер здесь не в тему. 2 газонокосилки как бы тоже не нужны, поверь мне. Что у нас еще может пригодиться нам? Вот. Этих-то ребят, основных-то. Как же мы не взяли-то их? Короче, вот эту, наверное, надо убрать. И вот это тоже надо убрать. Если мы будем с тобой создавать колоду на хилнах, то, естественно, они нам как бы не нужны. Просто хочется взять. Где этот малыш хилищей? Не пойму, а куда я малыша-то делать? Мне их что, разве всего 2? А, вот их 4.
Ну вот смотри, вот такая вот получается колода, да? Чистая, ну как, это не чисто хилы, конечно, но большинство из них на хилах. Так, одну карту еще можно добавить даже. Какую? Какую-то надо брать хилу карту, может быть, вот эту вот взять. Уничтожает всех растений зомби на земле, по-моему, если не ошибаюсь. На земле. Как зачистка, в принципе, наверное, зайдет. Или лучше вот эту взять. Давай попробуем так. 20 единиц урона нам нужно нанести. Выбрать. Поехали. Я не знаю, на хилах вот у меня показалось, что можно, в принципе, здесь как-то разрулить, наверное, ситуацию. Так, 30 уровень. Супермозг. Так, вот это, наверное, будет лишним. Что-то как-то не очень. В плане противника. Да как так-то мне... А почему он испугался? Я же даже ничего еще не начал делать, а он уже все, сдулся. Зашибись, я для этого, чтобы 3 часа тут подгадывал колоду. Через 3 дня, 18 часов, друзья мои, обновится полностью. А этот, как его, легион, хотел сказать. Ранг, конечно же, ранг. Трындец. Все зомби на земле получают минус 1, минус 1. А я так и не взял, да, ничего такого из массового. А, вот у меня есть массовики-затейники. Угу. Видишь, что творит? Что задумал-то? Нет, парень. Не-не-не. Блин, уничтожать его или как? Наверное, надо уничтожить, ребят. Ты что сделал, дурила ты деревянная? Ребята, это фиаско. Я сейчас только что тупанул. Ну, его мы уничтожим, понятное дело. Ну, так тупануть. Я хотел сюда поставить его. Я думаю, что ни для кого не секрет. Что, он этого прокачивает? Зачем он это делает, я не знаю, ребят. Ай, ступили, конечно. Но козла этого тоже мы уничтожим. В принципе, это не беда, ребят. Угу. Еще утворяет. А, 2-4 не получится, да, у нас его подбить, к сожалению. 2 плюс 2. Поехали. Эхе-хе-хе-хе. Угу. Что-то у меня эти выпадают и выпадают один за другим. Давай посмотрим, что там делать. Уничтожение, окей. Так, 12 хп. Еще один. Ну, я так вот сделаю.
Так, срабатывает у него защита. Я не знаю, восстановит, наверное, себе здоровье. О, даже как делает, прикинь. Ладно, поехали. А, еще восстанавливает здоровье. Ну все, этого мы уничтожим потом, со временем. Блин, мне ландшафт нужен, хилище, где он? Это-то все понятно, но это не то. Восстанавливайте здоровье. Этому установил. Ради бога. Во, даже как делает. Вот даже как он делает, ребята. Пим-пим-пим-пим, да? Поехали. Ну? Так, прокачка пошла. Так, продержаться бы ход нам, и все будет хорошо. Как ты заколебал, а, своим отхилом? Он даже как делает. Так, друзья мои, ну что, я вот так, наверное, поставлю. Да и все пока. Поехали. Окей. Ребята, у нас мало карт. А, еще вытворяет. Че, погнали, наверное, я так понимаю, да? Отлично. Угу. Этого, да, уничтожим. Так. Ох, щит. Так, ну что, друзья мои, давайте тогда двигаться дальше. Ну, получили звездили, а что ты с этим поделаешь? Да ничего, ты с этим не поделаешь. Так, будем пробовать. На хилах, на нашем орехе. Поехали, попробуем. Я тебе еще раз говорю, за зубостизилу я не умею играть. И то, что проиграл, да не то, что проиграл, а хотя бы хоть сколько-то продержался, это уже неплохой результат. Угу. Давай посмотрим, что у нас тут получится. Вот эти вот хороши, ребят, когда особенно есть вот этот вот хильчик за ноль. Единственное, что нужно получить урон. Угу. Пропускаем. Но он не торопится, да, я смотрю, что-то выставлять. Давай. Так, смотрим. О, как. Хм. Вот как. Я не знаю, ребята, давай глянем, может быть. А, он же за единичку может. Так, давай берем. Так. Пускай он дальше его выставляет, а мы уже с ним разберемся. И эти.
Ну давай, я сделаю вот так, например, и вот так. Ага, зомби получает плюс 2, плюс 2. Окей. Улетел. Ждем, ждем, подожди. Ну это ерунда полная. Бомбим. Погнали. Еще одна наносовая бомба. Интересно, у него ландшафты есть? Я просто боюсь, выставлять мне или нет мой ландшафт. Так, отлично. О, как. Слушай, ну я, наверное, сделаю вот так вот. Да и вот так, наверное, сделаем. Тынь-тынь-тынь, тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Посмотрим. Опа, чудик сюда пришел. Так, он задумался, ага. Все? Это хорошо, ребят. Под ананасик он как раз хорошо подойдет. Поехали. Хи-хи-хи, довольный такой. Думает, как же повезло, да? Как же ему повезло. Это хорошо, что ты захиливаешься полностью. Ой, как хорошо, ребят. Ну что, ананас? Да, наверное, мы сделаем ананас, скорее всего. Так, вот этого убираем отсюда. Бэмс. И здесь вот так вот сделаем. Прокачивай, прокачивай. Поехали. Угу. 8-5. Все? Понятно. Та-и-да-ри-та-ти-та-там, ти-та-там. Давай так сделаем. Хороший цветочек. Давай так сделаем. Пум-пум-пум-пум, поехали. Ай, сработала защита еще. Безумие, да? Окей. Блин, вот этот цветок, конечно, здесь вот не в тему, если честно. Хиляется. На одних хилах, что ли, захотел уйти? Пс. Давай, наверное, мы сейчас применим с тобой вот этого. М? Как вариант. Терять мы с тобой все равно ничего не потеряем. Поехали.
Давай так вот еще влепим. Поехали. Тыдыч. Давай сюда вот поставлю. Угу. Но этого мы уберем. Вот здесь вот как быть. Ха-ха-ха. Прикинь, у него сейчас будет вирус, и это будет. Нет, у него никакого вируса. Так, ну что мы с тобой сделаем, наверное, вот так вот. Я не знаю, стоит ли нам. Ну ладно, пока ничего я не буду больше здесь делать. Уничтожает. Ради бога. Шесть единиц здоровья устанавливает. Отлично. Как раз, чтобы его разобрать. Так, хил. Ну, допустим. Козла еще позвал этого. Так, друзья мои, погнали, короче. Так, смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, напугал-то ты меня, ё-моё. Уничтожай, ну давай-давай, уничтожай. Так, смотрим, ага. Только дело в том, что куда мы его применить? Куда мне его... Блин, вот это вот плохо, ребят. Так, 7, 5, 13. Выживем. Поехали. Это издевательство, ребята, уже. Вот это называется издевательство. Поехали. Так, 6 в лицо мне нужно, да, ему нанести? Поехали. Ха-ха-ха, сдался. Сдался, ну потому что, ребята, 5 в лицо, и потом бы вот этот просто пробил бы ему, понимаешь, да? Как бы, ничего бы его не помогло бы. Да, но тяжело, тяжело было с ним драться, если честно. Если тебе интересно мое мнение. С гаргантюахами, да, но не то, что я в тот раз. Опять он? Ребят, это что за дела? Он опять мне попадается, уже третий раз.
Понимаешь, третий раз уже подряд. Да что ты? Да. Но он уже прекрасно знает, что у меня какие карты, ребята. Знает, что я буду работать на хилах. Ландшафт поставил, да? Окей, ставь свой ландшафт. Мне пока не принципиально. Вот сейчас смотри, как назло, ландшафт выпадать мне не будет. Вот это как специально, как назло. Гриб. Слушай, ну гриб здесь это хорошо, ребят. Гриб здесь очень хорошо пригодится. Это классно. Опять ананас выпадает мне. Что делать-то? Где? Скажите мне на милость, где мои? Он купит, пускай купит он там свои карты, я не знаю, что там. Ну вот, наконец-то ландшафт мне выпал. Прокачался? Прокачался, молодец, красавчик. Меняем ландшафт. И... ничего ставить пока не будем. А этот откуда взялся-то? Серьезно сейчас вот это вот все делаешь? Ничему его жизнь не учит. Так. Скоро-скоро, друзья мои, будем бомбить. Еще пока рановато. Давай так вот сделаем. И орешек поставим с тобой, да? На всякий случай. Поехали. Все зомби получают последний поцелуй. Делай. Так, оу, а это ты? Чё это, ребят, мне так ощущение, что у меня колода поменялась. Откуда вот это вот? Пошёл-ка ты знаешь куда, парень? Так, 7, и тут 4 еще, да, значит, будет. Давай я вот так вот сделаю. Бамс! Угу. Смотри, он не успокоится, ребят. Еще и козлодой здесь появился. Ладно, придется сделать по-плохому, точнее. Пока сделать больше ничего не могу, ребят. Поехали. Вали отсюда. Хорошая выпала нам штучка. Ну давай, вытягивай свои карты, короче. У нас есть страж, я не знаю, ребята, что у него там есть еще в закромах. Вот, это хорошо. Этого будешь прокачивать, да? Качал, молодец. А давай, наверное, сделаю вот так вот. Вот так. Я не знаю, кто там у него спрятался.
Ну, сумоистом у него был. Ну и все, пока. О. Меня нисколько это не напугает. Поэтому крышка, понятное дело. Сдулись, да? Еще один такой же чудило вышел. Кого он будет прокачивать? Этого или вот этого? Этого! Это дело его, ребят. Давай смотреть. Что у нас тут выходит-то? Бамс. Так, сейчас в табло моему. На. Вот это обидно, конечно, да? Он не успокоится, да, по ходу дела? Так, друзья мои, сделаем вот таким вот образом. Так, сюда миночку поставим. Я думаю, этого будет достаточно для него пока. Блин, как же лучше сделать-то? Давай вот так вот. И здесь вот так вот сделаем. Так, взорвем этого чудика. Поехали. Ай-яй-яй, у него сейчас... А, нет, не сработало. Какая хорошая карта, ребята. И как вовремя выпало. И как вовремя выпало. Знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Смотри внимательно. Все? Смотри. Ставим розу. Ой, ёпрсоте. Ставим кактусенка. Ну и вот так вот сделаем. Поехали. Да хоть ты тут что делай. Тебе это не поможет. Уничтожает растение. Ну и все, ребят. У меня все в ландшафтах. А дальше все как по написанному. Козлики эти всякие там. Все, надеюсь, на этом. Прокачиваешь, ну прокачивай. Так. Погнали.
Как хорошо-то, ребят. Поехали. Ну и до свидания, наверное, да? Безумие. Хорошо. Крокодил есть. В общем, будет дрыкаться до последнего, да? В эту гадость прокачает, наверное, да, мне кажется. Этого? Это большая, парень, твоя ошибка. Поехали. Бэм. Я так понимаю, все на этом. Поехали, ребят. Он уже понял. Три раза он мне выпадал, ребята, и три раза получал по башке. Нет, два раза он получил по башке. Один раз, по-моему, он меня выиграл. Я не удивлюсь, если он сейчас опять мне выпадет. Нет, тут выпадает мне заразительная сальса 9 ранга. Поехали. Сальса — это хорошо. Ну, опять же, все зависит, какие танцы. Он может так сплясать, что мама не горюй, да, Париж колбаски. Ну, 9 ранг. Не знаю, ребят, что получится из этого. Так, подожди, а мы ежедневки-то с тобой все выполнили? И у нас 5 многопользовательских игр нужно было бы выиграть. Мы уже сколько выиграли-то? Эй, родной, ты не теряйся там. Сальца. Вот, отлично. Так, задумался. Блин, только не надо сейчас вот сидеть и на нервы капать. Есть такие ребят, которые играют и не... Во, слава богу, нормальный вроде чувак. Ну, у меня в ближайшее время нечего поставить, поэтому только лишь получается получать урон. Газонокосилка. У меня что-то с каждым разом все новые и новые карты выпадают, которые... Ох, ё-моё, ребят, я не знаю, кто там. Теперь знаю. Теперь знаю, кто там у нас сидит. Ну, его можно через кактус уничтожить. Этого свистуна, в принципе, ничего сложного нету. Ромашка. Так, вот это мне уже начинает не нравиться, ребят. Давай так сделаем. Не нравится. А потом что? На землю он никого не ставит. На воду и сюда, да? Как будто знает, что у меня газонокосилка есть. По поводу хп я пока вообще нисколечко, ребят, не запариваюсь. Потому что выхилиться, в принципе, мне... Да? Ну чё, вот так вот, что ли, тратить? Ну давай посмотрим.
Прикинь, не пожалел потратить. Да ради бога. Защита. Это пока мы придержим. А вот, ребята, есть у нас и крокодильчик. Интересно, девки пляшут. 12 хп. Теперь я понял, зачем он уничтожал мне. Ну, все на этом. Ты сейчас серьезно? Он, видимо, не шутит, ребят. За каждого танцора, да? Ну, поехали. За каждого танцора, значит, он будет бросать шляпу. Так, так, так. И вот так. Это не просто так, друзья мои, сделано. Поверь мне. Давай смотреть. Уничтожает, окей. Я тебя понял. Пэу, пэу. Пузырь, пузырь. Пузырь мне здесь точно не нужен. А поставить-то тебе никак, да? Хочется, а никак не поставить. Что же там у тебя есть? Если мы сделаем, например... Сейчас, подожди, подумаем. Если я поставлю сюда ромашку. Ну, ромашку, наверное, лучше ставить на хилку. Это нужно 9 очей. Не получается, ребят. Да-да-да-да. Ага, я уже думал, сейчас, типа, вылетел. Давай я сделаю вот так вот, наверное. И... Да и все, пока. Нет, не все. Вот так еще сделаем. Так, у него три карты. У нас с тобой, ну что, мы можем уничтожить какое-нибудь любое растение. Ой, любого зомби, если нам понадобится через вот этого. Кто это вообще такой? Глазные споры. Ну, в общем, он последнюю фигню свою, я так понимаю, потратил. Наверное. У нас больше защиты нет, ребят. Броню у нас полностью отобрали. Как ты видишь. Давай сделаем так. Сделаем вот так. Да и все, пока. Две единицы урона. У тебя что там, капелька это есть, да? Нет у него никакой капельки. Блин, мне хинуться надо как-то уже. Серьезно тебе говорю.
Что-то он здесь воду мутит, по-моему, ребят. Во-первых, мы поставим защиту. Это раз. Дальше мы сделаем с тобой вот так. И вот так. Ну и плюс вот так вот. Давай смотреть. Угу. Да. Ну, все понятно, короче. Поехали. Что он там сейчас придумает, я не знаю. И тут он вдруг внезапно вылетел, да? Играл, играл, и тут вдруг перестал. Да-да, ребята, я так и понял. Внезапно вдруг у него глюкнула игра. Угу. Ты смотри-ка, красавчик, я уже думал, все, сфейлился. Играет? Играет как никогда. Угу. Ой, какая красота, ребята. Какая красота. Не, молодец. Хвалю, одобряю. Респект и уважуха. Ну, так вот сделаем. Это уже понты, ребята. Просто понты. Собачка кукурузная. Три, два. Понятно. Давно бы так. Давно бы так бы. И все было бы окей. Ну, ребята, орех сегодня показал себя, ну, прям вообще великолепно, да? Как по мне. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!